Утро первого рабочего дня Нового года в краевой столице началось со смертельного ДТП на Павловском тракте. Как нам сообщили в краевом ГИБДД, по предварительным данным, водитель 63-го года рождения, находясь за рулем Toyota Corona, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся сразу с двумя автомобилями – Honda Accord и «Газелью». В результате водитель «Короны» погиб на месте. Также пострадала женщина-пассажир «Короны». С травмами она доставлена в больницу. Правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.